земли поднимается вот с правой стороны. Это часть Тринских акведуков, вот как раз справа от нас, по которым шла вода. Ну, смотрите, это не очень низко, это просто уровень земли уже поднялся за 2000 лет. Слева от нас деревня, арабская деревня, в которой живут арабы-мусульмане, граждане Израиля. Деревня эта называется Джисер-Азарка. В переводе на русский язык – синий мост. Здесь протекает по приморской низвости небольшой ручеек, который называется Крокодиловый ручей. И вот там, как раз помните, я вам рассказывал, римляне поставили 2000 лет назад ферму, где выращивали крокодилов. И эти крокодилов использовали в перерыве между гладиаторскими боями в Кесаре.